вообще нравится делать разные фотосессии. Это классно, когда тебя красят, меряешь всякие красивые платья. Вообще мне это нравится. Конечно, я все время на корте и на тренировках, и в спортивной одежде, но когда выхожу куда-нибудь на ужин, я люблю одевать платье. Я представляю Казахстан, и я бы хотела участвовать на Олимпиаде, и для меня было большой бы честью выступать за Казахстан и на Олимпиаде. Олимпиада через два года, и нужно в рейтинге стоять до определенного места, поэтому я надеюсь попаду. Теннис, конечно, да, отнимает все время, но это моя мечта — выиграть Grand Slam и зайти в топ-10, поэтому надо чем-то жертвовать. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны многим жертвовать, поэтому это своим временем, вы должны почти все посвятить теннису, тренировкам, турнирам, и поэтому это сложно, да, но если у вас есть цель, вы должны. Когда я не играю в турниры и у меня есть пару дней свободных, я всегда возвращаюсь в Алматы домой. Ну, а так тренировочная база у меня в Китае, там у меня тренер, потому что с Китая, и там очень хорошая теннисная база, там шикарные условия, и поэтому я там тренируюсь. А здесь в Алматы вы не тренируетесь? Сюда я приезжаю вот отдыхать в основном, да, поэтому тут не тренируюсь. Теннис в Казахстане очень развивается, сейчас построено очень много теннисных баз, теннисных кортов, и я заметила, очень много детей стало заниматься теннисом, и вообще я считаю, что люди стали очень много интересоваться, поэтому это хорошо. Скажите, а вы есть в соцсетях? Да, я есть, и я активно пользуюсь. С какой просьбой чаще всего к вам фанаты обращаются, ваши поклонники? Какие вопросы задают? Вообще очень много приходит сообщений от фанатов, и, к сожалению, у меня не так много времени, чтобы их всех читать и всем отвечать. Но в основном приходят позитивные сообщения, там поздравляют меня, болеют за меня и желают удачи. Если не секрет, вы о создании семьи пока не задумывались, если вы молодой человек? Пока не задумываюсь и пока рано.